Гвардии полковник Магомед Мамураевич Депкушев родился в 1911 году в старинном Карачаевском ауле Хурзук. В 1929 он окончил национальную неполную среднюю школу города Кисловодска. Затем работал старшим смотрителем на Карачаевском военном конном заводе в городе Кисловодске. В октябре 1930 года он поступил в Краевую школу профсоюзов в городе Орджоникидзе, где проучился 2 года. После работал старшим инструктором орготдела Северокавказского крайкома Союза рабочих животноводческих совхозов. В январе 1933 года Декушев становится курсантом полковой школы, а в октябре его переводят в Краснодарскую кавалерийскую школу, где он учится до конца 1935 года. 8 месяцев Магомед служит в кавалерийском эскадроне при пехотном училище города Орджоникидзе. Еще год в кавалерийском эскадроне Тбилисского объединенного училища. В ноябре 1936-го Декушева назначают командиром курсантского взвода эскадрона, а через 2 года он становится заместителем командира эскадрона
Тамбовского кавалерийского училища. Здесь начальство обращает внимание на подающего большие надежды офицера. 18 апреля 1940 года Магомета отправляет в Москву в Академию имени Фрунзе, где он становится слушателем второго разведывательного факультета. 5 апреля 1941 года Декушев поступает в высшую специальную школу генерального штаба. После завершения учебы и получения высшего военного образования 30 июня 1942 года его назначают начальником первого отделения разведотдела штаба 10-й резервной армии. В ходе боев в конце октября Магомед получает первое тяжелое ранение.